А то нашим мальчикам вы сегодня ночью говорили, что вы уже ничего не должны, что уже никому ничего не обещали, ни до 15-го, ни до 21-го. Все, приглашали сюда, чтобы они со, с нашими самыми первыми руководителями выехали, и мы все-таки наши решения как бы им должны были озвучить. Они отказались выезжать. Ну, потому что веры нет уже. Ну, наверное, что не верят. Вы же сами понимаете, да? Нет доверия никакого к вам. Ну, не к вам именно. К вам или не к вам. Да, ну, может, неправильно выразилось. Чтобы понимали, ну, они сделали противоправные действия. А мы... Все, девочки, тихо. Ну, шахта или не шахта. Во-первых, так хочу сказать. Они все написали заявление. С 1 мая просим принять нас на работу. В нашу новую угольную компанию. Восток уголь. Восток уголь, они отработали ровно один месяц. Пишите вы, не пишите, я вам расскажу. Они отработали один месяц. Восток уголь. Им за те выхода, которые они отработали, насчитанная заработная плата. И вчера тут на нашем общем собрании наши руководители им доложили, что за май зарплата новой угольной компании будет выплачена к концу прошлой следующей недели. То есть мартовские задолженности, это идут по другой статье, это еще работали в антрацит. И апрельские задолженности и расчетные выплачиваются. Вчера, еще вечером, пришло 46% марта получается. И нас заверили на самом высоком уровне, вплоть до премьер-министра, что в понедельник придут еще деньги, и будет полностью закрытый март. И вот кусочек апреля. Ну, это же уже первый раз такой же путь. Они пообещали одно, сделали другое. Ну просто так же, они не остались в шахте. Мы закрыли уровень. А потому что им понравилось так, что ли? Они остались, вы так понимаете? Мы еще тогда не сказали, что март закрывается. Мы же приехали, я могу выключить глаз. Что май уже по новой компании готовит заработную плату и собирается выплачивать ее ежемесячно. И также сказали, что апрельскую зарплату никто не собирается замораживать или куда-то ставить. Она тоже будет выплачиваться. Но апрельская зарплата и пойдем. Фонд зарплаты за, ну, если брать так вот месячный фонд зарплаты, 50 миллионов на шахте Комсомольска. Но выплачена апрельская зарплата, рая это получается, расчетная заплаченная, и подписано двухмесячное пособие. И фонд зарплаты за апрель месяц составляет 215 миллионов. Это больше 4 фондов заработной платы. А для чего вы это тогда сделали? Мы не знали. Мы не брали эту шахту под наше крылышко. Хорошо, поменяли у вас там. Так это специально поменяли, чтобы долги не отдать. А теперь козырять, что шахтеры месяц отработали. Давайте они все сразу. Базар получается. Кто-то, давайте по очереди кто-то. Поменялось название шахты, поменялось объединение. Да. А вначале свои люди остались здесь? Люди те же. Вот только название разное. Вы знали, когда вы принимали объединение новое. Подождите. Вы сами себе противоречите. Вот, люди те же остались. Они стали работать на тех же местах. Но чем, допустим, ваши рабочие лучше тех рабочих, которые на Фрунзе? На Фрунзе деньги хоть давали, а на... Вовремя. А чем отвечаете? Ну, вовремя же давали. И никто не поставал, потому что вовремя давали. Правильно? Сейчас же приведены в эти самые общие рамки. В одинаковые. Ну, вы же понимаете, что их не отдадут. Если сейчас ребята наши выйдут, их же не отдадут. То, что вы кормите каждый раз завтраком. 15-го, потом 25-го. Ну, так подождите. Нет, ну, вы же теперь опять... Пойдите еще бумажку писать, а? Больше не хочу. Нет, кто вам обещал, уже вас подставляют. Вам что? Там мы об этом говорим, мы заложники этой заводки. Ну так становитесь на нашу сторону и давайте
вместе. Да мы на вашей стороне. Да больше нет. Вопрос мешает. Помолчите, две минуты. Все, я высказываю и больше ухожу отсюда. Еще раз говорю. Давайте, бумажка, так давайте бумажка. Помолчите, пять минут, я вам сказал. Вы с моей стороны обязательства и предательства профсоюза, что эти люди остаются работать. Никто никаких мер принимать не будет. Притеснений тоже не будет. Так и денег тоже не будет. Не будет. Если хотите, чтобы я там написал письмо, я напишу. Но с вашей стороны все 124 человека должны выехать. И влиться в нас в общий коллектив. Все, господа. Так, подождите. А вы, ребята, вы шахтеры, вот сидите. Вы хотите, чтобы они вышли и продолжать точно так же? Вот так вот, они ради вас сейчас сидят. Нет, можно. Не, ну вот шахтеры там, где? Можно. Я в Союз сидит, и что? Я последнее сделал, что вы просили. Я сейчас пошел, со всеми согласовал.